сегодня я буду работать моделью у замечательной Анастасии, которая учится в школе Гуара Витисян. Обязательно, если вы еще до сих пор не знаете, кто это, я обязательно скину ссылочку на эти два аккаунта этих чудесниц, которые кудесниц-чудесниц, которые делают такую красоту с женщинами, абсолютно преображают кардинально девчонок. Сейчас я жду своей очереди, у них сейчас пока что блок обучения. Как они обучатся, сразу же мы приступим. Посмотрите, как из мышки, без макияжа, в кого я превращусь. И у Анастасии есть уже тоже свой канал на YouTube. Я обязательно тоже ссылочку на ее канал скину сюда. Посмотрим, как это все получится. Мне так интересно, я первый раз в такой просто в роли модели буду представать перед всеми. Вот, очень интересно посмотреть. Это где-то порядка 2 часов будет происходить. В общем, мы такие подопытные кролики, но Настя, она уже такой мега-профессионал. Она увлекается, она, у нее очень много обзоров какой-то косметики, и декоративной, и уходовой, и поэтому на ее страничку действительно стоит подписаться. У нее очень много подписчиков, у нее более 9 тысяч, там около 10 тысяч подписчиков, поэтому ее мнению тоже можно доверять, ее обзорам. Я о ней узнала через свою подружку, она меня порекомендовала и познакомила заочно нас. Вот я вот в таком красивом. Я раньше здесь работала когда-то в бизнес-центре. Вот там сзади меня лифты. Я там работала в элитной недвижимости, но это было очень-очень много лет назад. Вот, поэтому я уже забыла, что здесь вообще происходит. Могу не сказать пару слов о Гуар. Я на нее подписана. Я, хотя вы знаете прекрасно, я не фанат прям макияжа или как-то я, ну, не сильно этим увлекаюсь в жизни. Я люблю, конечно, краситься, но не до такой степени, именно в профессиональной области нет. И много знаний у меня в этой области нет. Но я очень давным-давно подписана на канал, ой, на Инстаграм Гуар. И хочу сказать, что не отписываюсь я не только потому, что она очень круто перевоплощает девушек и действительно делает из конфетку. Вот. Но она очень добрая девушка. Мне это так вот подкупает. Она очень добрая, она очень отзывчивая. Она постоянно занимается, помогает деткам. Она постоянно участвует в каких-то благотворительных мероприятиях. И это действительно подкупает. И все-таки в ее возрасте, ей всего лишь 22 года, я как мама вот могу сказать точно, что я была бы счастлива, если бы у меня была такая дочь. И я бы действительно ей очень-очень сильно гордилась, и я уверена, что ее родители ей гордятся. Так что я ей желаю здоровья, удачи во всех ее начинаниях, чтобы все, что она делает, приносило ей удовольствие. И я буду, ну, я в любом случае всегда буду преданной ее зритель во всех смыслах этого слова. Это вообще классно, когда на земле и вообще в нашей стране есть люди, которые готовы помогать другим людям. Я действительно искренне сейчас это утверждаю в ее сторону. И не для того, чтобы себе набрать очки какие-то, что я была на макияже у Гуар, там, ну, в общем, в этой сфере. Совершенно не поэтому, а потому что, ну, мне вообще интересна эта сфера. И, как вы знаете, у меня сейчас мой проект называется «Русская красавица». Поэтому вся сфера индустрии красоты, мне нужно ее постигать. Я очень мало о ней знаю и надеюсь, что я узнаю о ней все больше и больше. А пока я жду. И вот тут такая вот красота. Сейчас вам покажу.